Вы великолепно победили. Ваши чувства и эмоции в момент остановки поединка. Фейерверк. Понял, что наконец-то я сделал то, к чему шел. В то же время не верилось просто, что это свершилось. Я хотел закончить досрочно, чтобы не было никаких вопросов вообще. Ну и, в принципе, по очкам я вел достаточно у всех судей, наверное, карточках. Я вел после 10 раундов, 6, у кого-то даже 8 раундов. Я думаю, что проблем бы не было даже по судейским запискам выиграть. Что касается боя вообще, я с первого раунда чувствовал в себе силы, больше уверенности. Я видел, что я его уже морально сломал. От раунда к раунду я добавлял. И я видел, что я его физически и морально просто сильнее. И он мне просто не может ничего преподнести. Можно сказать, что атакующий стиль Майка идеально подошел вам? Именно вот такие боксеры мне больше подходят. С такими боксерами мне удобнее боксировать, потому что они предпочитают тоже такой же стиль боя, как и я. Рубку, драку — это моя стихия. Видели, что да, на самом деле он мне был намного удобнее, чем как он говорил перед боем, и его тренер говорил перед боем, что Руслан для них очень удобный, да, что я для них очень удобен. Но оказалось все наоборот, что он мне был очень удобный соперник. Я что хотел, то с ним и делал. Я его заставил просто не то что двигаться, а просто бежать назад и спасаться. После вашей победы слышатся голоса о поединке с Мэнни Пакьяо. Вы с ним отлично знакомы, а более того, у вас один наставник. Ваши мысли на этот счет? Я просто вообще не вижу смысла выходить без Фредди на какой-либо бой. Я готов на любой бой, если со мной в углу будет Фредди. Тем более Мэнни мой друг, Фредди наш тренер. И в этой весовой категории, в этих двух весовых категориях полно боксеров, которыми сейчас можно, я не знаю, боксировать, да, То есть работа непочатый край, и без Мэнни хватает. Ну, я давно хотел вообще встретиться еще даже до всего вот этого большого бума, да, моего, встретиться с Маркесом. И мне он, по крайней мере, удобней. Мне он больше нравится как боксер, по крайней мере, стиль мне его больше подходит. С Маркесом мне больше хочется встретиться. Как поступите, если ваша команда и телевидение будут настаивать на бое с Мэнни? Можно будет отказаться или это как-то неудобно? Знаете, я сейчас не хочу ничего говорить, не в моих правилах. Вообще никогда не отказываюсь от боев. Пока еще таких предложений не поступало. Я уверен, что, наверное, скорее всего, не поступит, так как прежде всего там будут решать, составлять списки потенциальных соперников Фредди Роули и Мэнни сами. Я перед этим боем уже был у Мэнни в списке потенциальных соперников, но Фредди сразу же меня убрал оттуда, сказав, что они друзья и драться они друг с другом не будут. Меня убрали оттуда. Скорее всего, это сразу же отметется просто-напросто, вот и все. И будут предлагаться другие соперники.